В мероприятии по случаю официального открытия Джизакского филиала Казанского федерального университета приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, находящийся в Узбекистане с рабочим визитом, министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов и хаким Джизакской области Эргаш Салиев. От Казанского университета на церемонии открытия присутствовали ректор КФУ Линар Сафин, проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и проректор по образовательной деятельности Екатерина Турилова. Сопровождали же почетных гостей директор филиала Марат Умаров и исполнительный директор филиала КФУ в городе Джизак Азот Бабамурадов. Президент Татарстана назвал символичным открытие филиала именно в Республике Узбекистан. Рустам Миниханов отметил, что страны связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества. А благодаря филиалу КФУ у молодежи будет возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны. В городе Джизаке мы открываем филиал Казанского федерального университета. Ректор Казанского университета Линар Сафин, в свою очередь, сообщил, что целью создания филиала является подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан, обладающих глубокими фундаментальными и научно-практическими знаниями на основе современных образовательных программ Казанского федерального университета. Он подчеркнул, что данный шаг будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию долгосрочного сотрудничества России и Узбекистана в сфере образования и науки, а также поблагодарил хакима Джизакского области Узбекистана Эргаша Салиева за содействие в формировании общей корпоративной культуры. Действительно, благодаря непосредственно вашему личному контролю и участию этот проект реализовал. Филиал разместился в здании бывшего высшего военного авиационного училища. Территория полностью соответствует заявленным требованиям. Ремонтные работы и оснащение осуществляются за счет узбекской стороны. Деятельность структурного подразделения направлена на подготовку кадров в сфере машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, лингвистики, медицинской биохимии, лечебного дела, фармации, стоматологии, а также на разработку и реализацию проектов фундаментальных, научно-практических и инновационных исследований. Сам учебный процесс начнется 31 октября. С 2021-2022 учебного года Казанский университет совместно с Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана уже начал подготовку кадров на основе совместных образовательных программ по направлениям. Программный инжиниринг, фармация, информационные системы и технологии. Студенты, принятые на обучение по данным направлениям, продолжат учебу в новом филиале. Также около 30% абитуриентов будут приняты на основе государственного гранта. После окончания обучения такие выпускники будут распределены в государственные организации с условием обязательной отработки не менее 3 лет. Ну а что касается преподавательского состава, то не менее 40% будет привлечено из-за рубежа, в том числе из Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Универньюз.